Айо, всім привіт. Короче, в прошлый раз красил, в этот раз уже покажу готовое и хочу вскрыть их лаком. Короче, сделал... Надо говорить поменьше, короче, поэтому будет длиннее. Сделал табличек несколько, разрисовал табличек, деревяшек. Это деревяшки, штукатуренные деревяшки. Хочу их вскрыть лаком. Эту делаю уже давно, сделал блики корректором, не очень получились, но мне нравится этот скетч. И вроде как его уже забрали, еще надо вскрыть их лаком. Вот этот сделал последним, вроде прикольно получилось. Эту сделал опену на день рождения. День рождения был вчера, еще с опеном не встретился, уже приболел, надо будет скрыть лаком и отдать. И вот это. По порядку сделал вот эту, потом получилось вот это, немного сместил ее вниз, мне не нравится верхушка. Сделал вот этот просто нереальный, мне он очень нравится. Этот тоже крутой, и пашку на днюху, по-любому было бы круто. Думаю, пашок заценит. Так вот, по поводу лака. Хочу вскрыть их лаком. Купил в акварели за 268 гривен. Матовый лак. Надеюсь, это вообще лак. Matte Fixative. MTN Pro. Надеюсь, вскроет нормально. Сейчас посмотрим. Так, вот не знаю, короче, достаточно этого или нет. Так, надо, наверное, их откладывать. Друг от друга. А то тут снизу какая-то дрянь. Ну, первый блин всегда комом. Никогда не вскрывал лаком. Понял, что нужно чуть-чуть не торопиться. Тогда все будет четенько. Да, засыхает супер быстро. Интересно, останется такой эффект какой-то более глубокий рисунок. Глубокий рисунок, пацаны, у меня. Этот скетч мне очень нравится. Надеюсь, я делаю все правильно. Если что, поправите меня. Вроде равномерно покрывает.
Короче, вот такой жир. Лакантент. И новые скетчики. Happy birthday open. Если чё, как я понял, можно не встать. Переборщить вряд ли получится аэрозолем, короче, с лаком. Ну, по крайней мере, этот кроет вообще чётенько. Я покрыл их все ещё парой слоёв. Крылся скинни-кэпом. Мне сказали, что нужно было крыть трансверсалом. Может, поэтому, типа, переборщить у меня не получилось. Вскрыл. Вроде выглядит жирно. Рад и счастлив. Надеюсь, вам тоже по душе. Короче, да, можно было, наверное, с первого слоя положить нормально. Я просто никогда этого не делал. Немного очковал. Но в итоге скрыл еще парой. И все четенько, так что несемся. Thank you.